Сегодня очень крутой обычный ролик. Я буду рассказывать, как похудеть. И эта история, возможно, актуальна тем, кто бесконечно худеет, набирает вес, какие-то качели. И да, эта история не про моих клиентов. Сегодня эта история про меня. У меня, честно говоря, уже давно более-менее стабильный вес. Но он может чуть быть больше, чуть быть меньше, в зависимости от цикла и физической нагрузки. Если абсолютно нет никакой физической нагрузки, то, соответственно, вес бывает чуть-чуть побольше. Если она хоть какая-то есть, то, соответственно, вес может быть чуть поменьше. Я расскажу про свои правила, которые подходят мне, возможно, они не подходят никому другому. У меня нет вопросов, связанных с четкими запретами, потому что все, что мы запрещаем надолго мозгу, уходит потом в некий срыв. Я знаю четко про продукты, которые дают энергию, отнимают энергию, которые создают проблемы, могут привести к различным патологиям. Причем сейчас у 90% есть какие-то разные патологии: сосудистые, кишечные, сердечные, эндокринологические. И все это есть. Смысл заливать в машину плохой бензин абсолютно нулевой. Другой момент, у меня бывают посиделки, встречи с клиентами, и бывает, я себя отпускаю, как говорится, в небытие. Но у меня нет такого, что я врываюсь во все тяжкие, потому что мне, в принципе, неинтересно отрываться в еде, потому что это... Ну, не знаю, мне неинтересно это. Я себя от этого плохо чувствую. Я тот адепт, который считает, что то, что мы едим, должно или сгорать, ну, давать нам энергию, или для чего тогда, в принципе, мы едим. Другой момент про похудение. Я все детство была толстухой. И у меня генетически очень много особенностей по инсулинорезистентности, грелину, лептину, неблагоприятная генетика вообще там по всему, что связано с жировым обменом, липидным обменом. Короче, перед вами человек, который, по идее, должен сейчас прям огромным быть. Но нет. Другой момент, что мне помогает. Я не хожу полностью голодная. То есть вам объяснить, как вам вот эта история с периодическим голоданием, есть 1-2 раза. У меня такого, честно говоря, нет. Только когда, если очень много работы. Другой момент, прям серьезных дефицитов по микроэлементам у меня тоже нет, потому что последние несколько лет я просто покупаю еду, которая богата микроэлементами. Другой момент, гликемический индекс, гликемическая нагрузка. Я до сих пор до конца не уделяю этому внимания, хотя, возможно, и нужно. Следующий момент, то, что мне помогает. Я вовремя сплю, я вовремя вырубаюсь из социальных сетей и не веду излишние консультации, которые меня напрягают в разрез моему здоровью. И то, что мне помогает, я двигаюсь как могу. У меня нет такого, что я бегу 10 километров, потом лежу 100 часов и перевожу дыхание. У меня плановые консультации, плановая работа в блоге, плановые прогулки. Примерно вот так. И нет такого, что, честно говоря, несколько лет назад я пыталась готовиться к марафону, триатлону, непрофессионально, но достаточно долго. Я поняла, что это не для меня. То есть, как сказать, мне эта жизнь очень понравилась, но в ней надо жить, и нужно тогда бросить все остальное. Нужно бросить консультации, нужно бросить работу в блоге, нужно бросить своих клиентов. И я тогда сделала выбор, что я дальше не пойду, я не готова. И я вернулась, в принципе, в обычную жизнь, где минимум спорта, больше сидячего образа жизни. И могу сказать, что все равно как-то все держится. Другой момент. Если я чувствую, что я заболеваю, я всегда принимаю пробиотики, принимаю витамины, микроэлементы, электролиты бывают, дополняю. То есть у меня нет такого, что я надеюсь только супер на здоровое питание. Нет такого. Поэтому, так как я уже сама умею разбираться приблизительно о том, что можно, что нужно, что важно, меня это ведет. И как похудеть, это то, что
создает очень качественное состояние для меня на всю жизнь. То есть сейчас очень много правил, как похудеть, что сделать, что не сделать. Я стараюсь придерживаться своих правил. Не ходить голодной, не быть в дефиците по белку, не быть в дефиците по витаминам и не засиживаться постоянно на мертвой точке. И работа с желчеточком. Желчеток дает вам энергию. Если не работает желчный, вы себя не очень комфортно чувствуете. Вот и все мои лайфхаки. Хотела, чтобы вы написали о своих. Возможно... кстати, если у вас там вам не подходит кето, это не страшно, не всем это подходит. Если вам не подходит какая-то другая диета, не всем подходит, все уникальны. У всех есть определенные полиморфизмы, генетика, образ жизни. Все это влияет, поверьте.